Мы продолжаем выпуск новостей. Большая часть электросетей в областном центре нуждается в ремонте. Особенно сложно в этом плане в пригородных аулах. В результате много жалоб на проблемы с электроэнергией. Аким города Ганибек Казантаев поручил ответственным лицам незамедлительно решить вопрос. Особенно сильно изношены линии электропередач в микрорайонах Арай, Титов, Кызылжарме. Этим районам будет уделено особое внимание при проведении работ. Планируется обновить свыше 37 километров линии. Аким города поручил завершить эти работы до 1 июня. На совещании также Ганибек Казантаев остановился на недавнем инциденте в центре Бахатоот-Пасе. Возникновение ажиотажа полностью вина центра. Не была грамотно разъяснена программа. Ответственным лицам объявлен выговор. Урок должен быть учтен, иначе будут сделаны орг-выводы. К сожалению, в последнее время в городе уже не так чисто. Мусорные контейнеры, урны не очищаются. Мэр назвал первопричиной безответственность. Сейчас уже 1, 2, 3 просчета. Нужно же думать, каков объем работ, что делать, как работать. В прошлом году таких проблем в городе не было, а в этом году возникли проблемы. Есть только одна причина. Вы безответственно отнеслись к делу. Ребята, не расслабляйтесь, не время для этого.